Всем приветики. Сейчас мы находимся в игре Warframe. И я хочу вам показать основные приемы передвижения Warframe. То есть клавиши управления. V это вперед. S это назад. A это влево. D это вправо. Пробел это прыжок. Ctrl и удержание. Нажимаем Ctrl, удерживаем, это приседание. Потом, когда бежим, то есть нажимаем V и держим, это мы бежим. Удерживаем Shift, то он начинает быстро бежать. Если в момент бега нажать Ctrl, это подкат. Если в момент бега нажать Shift, это кувырок. А также здесь есть элементы паркура. То есть, если нажать Ctrl и пробел одновременно, то это будет прыжок-выстрел в сторону направления прицела. То есть, вот так он выглядит. И в момент полета, если нажать правую, нажать и удержать правую кнопку мыши, то он замедляет свой полет. Таким вот образом. И полет становится управляемый. Также можно этим кувырком сделать как бы такой сальто назад. Стоим, смотрим сзади себя. Нажимаем прыжок. В момент прыжка нажимаем и удерживаем клавишу V. И однократно нажимаем Shift. Вот таким вот образом. То есть прыжок держим V, Shift. Нет, стоп. Прыжок держим V, Shift. Вот таким вот образом. Есть быстрое перемещение. То есть Ctrl пробел, это прыжок выстрел. И в момент полета можно еще нажать кувырок пробел. То есть кувырок прыжок. То есть Ctrl пробел, Shift пробел. То есть жмем Ctrl пробел, а после этого Shift пробел. То есть вот так вот. И получается расстояние прыжка. Прыжок увеличивается вдвое. Таким вот образом. То есть мы в два раза дальше летим. Также можно зацепиться за стену. Прыгаем на нее. И в момент возле стены нажимаем и удерживаем правую клавишу мыши. Ну, по идее должно получиться было. Держимся. Еще раз держимся. Вот такого плана. Настоящий ниндзя. Вот. Это и все. Приседание и пауза. Если нажать держать Ctrl, это приседание, и в приседе можно двигаться. Если во время бега Ctrl, это подкат. Во время бега однократно Shift, это кувырок, прыжок. А если совмещать Ctrl и прыжок, то есть подкат и прыжок, это прыжок-выстрел. А если в воздухе кувырок и прыжок после выстрела, то это двойной прыжок. Вот такие вот приемы перемещения. Как-то так. На этом все. Всем покедова.